Губернатор Приморья Олег Кожемяка отчитался перед депутатами законодательного собрания о проделанной работе. Первая глава доклада – это нацпроекты благоустройства. Так, с 2019 года было благоустроено и создано около 4000 дворов и общественных пространств. Глава региона отметил, что это результат работы программ «Тысяча дворов», национального проекта «Жилье и городская среда», конкурса «Твой проект», а также участие населения в инициативном бюджетировании. Еще один эффективный механизм создания комфортной среды – это территориальное общественное самоуправление, ТОСы. Мы запустили этот проект в 2022 году, и сразу приморцы создали 74 ТОСа. А уже сегодня у этих объединений почти вдвое больше – 135. Финансирование по программе ТОС в этом году мы увеличили в два раза, заложив на это 120 миллионов рублей. Также Олег Кожемяка в своем докладе особое внимание уделил мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По его словам, с самого начала СВО на соцподдержку направлено 2,5 миллиарда рублей. Организовали бесплатное питание детей в школе, посещение кружков и секций. В приоритетном порядке предоставляем места в детских садах. Выделяем путевки в детские оздоровительные лагеря. Наш край стал одним из первых субъектов, где введена денежная выплата на приобретение и строительство жилья для детей участников спецоперации, которые погибли при исполнении воинского долга или получили тяжелое ранение. Губернатор отметил вклад промышленников Приморья в общее дело победы. На предприятиях края разработаны новые виды изделий для нужд спецоперации. Это беспилотники, системы управления, двигатели и другие изделия, которые необходимы бойцам на фронте. Лесозаводский промкомбинат обеспечивает задачу производства и поставки снаряжения для батальона «Тигр». Серьезную поддержку нашим бойцам оказывает лесопромышленный комплекс. Предприятия отрасли безвозмездно направили на фронт 56 вагонов лесоматериалов, средства бронезащиты, оптику, квадрокоптеры, автомобили. Лесники помогали обустроить полигоны для тренировки наших бойцов. Предприятие торговли систематически собирает в период для нужд российских военнослужащих гуманитарную помощь. Промышленность в условиях санкций не стоит на месте. В крае реализуются крупные проекты. Это Находкинский завод минеральных удобрений и Приморский металлургический завод. Продолжается развитие судостроительного комплекса «Звезда». Также правительством края промышленным предприятиям предусмотрены различные меры поддержки. Совместно с вами, уважаемые депутаты, в декабре прошлого года приняли решение и временно освободили промышленные предприятия от уплаты налога на имущество на 2023-2025 годы. Кроме этого, в 2022 году 5 промышленных предприятий получили льготные займы по линии Регионального фонда развития промышленности от 1 до 5% в объеме 100 миллионов рублей. Также Олег Кожемяка заявил, что в современном мире Приморье становится одним из самых стратегически важных территорий России, позволяющих держать объявленный президентом курс на восток. Новое время дало Приморье новые возможности. Этих возможностей край не упустит. Из резерва мы вышли на передовую. Настало время быть первыми. Это наше приморское время. Глава региона напомнил, что только в прошлом году внешнеторговый оборот края вырос до 13 миллиардов долларов. Количество стран-партнеров увеличилось до 122. Туризм – одна из самых динамично развивающихся отраслей в Приморье и драйвер роста самых разных видов деятельности. Так, в 2022 году к нам прибыло более 1 миллиона человек. Также Олег Кожемяка в своем докладе затронул и другие сферы жизни региона. ЖКХ, переселение из аварийных домов, социальная поддержка, помощь пенсионерам и малообеспеченным семьям, медицина, спорт и культура. Анна Дьякова, новости на восьмом.